햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다 내가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 내일 겪게 돼 매일 난 감사하죠 그대가 곁에 Всем привет! С вами Андрей. Собственно, у нас рыцари бумаги, первая, третья часть. Давайте заберем ежедневные награды. У нас сегодня два сундука. Давайте посмотрим, что в них. Скорее всего, опять какой-нибудь мусор. Серый. Ну да, о чем, собственно, и речь. Два серых мусора и свиток. И второй сундук. Давайте посмотрим. Ну, опять же, два серых мусора и первая склянка. Бесполезные, короче, ежедневные сундуки. А, собственно, у нас можно также купить в гильдии что-то. Давайте купим. Это кофе. Неплохо. Кофе — это бафы на бои. Полезная вещь. Собственно, давайте заберем ежедневную бесплатную награду. Также докупим остальные склянки. А почему склянки полезные? Потому что у нас версия сейчас 1.3.4. Разработчики добавили всем врагам иммунитеты к тем либо видам урона. Например, к яду, к не к яду и так далее. К кровотечению. Вот, и из-за этого бывает очень полезно знать, чем ты будешь бить своих врагов. Но мы в основном бьем ядом. Я, по крайней мере, мои персонажи. Также мои персонажи бьют кровоток, и мы, собственно, так называемой слабостью. У меня следующие персонажи — это Вар, Дварф, Фишер. Фишер — это у нас рыбак, который 10% то, что и отхватить будут именно его. Клирик, техник, ну, собственно, мы, которого в одной из прошлых серий мы открыли. Человек, он дает 5% опыта. Рога, Дварф, кузнец, но чисто физ ДПС. Все на силу, максимальный урон, вся фигня. Шаман, констебль, человек. У констебля, у рандомного врага в начале боя падает инициатива на максимум. И Дварф, рокер, собственно, паладин. Рокер — это его нельзя засалить. Сало — это, ну, собственно, невозможность использовать умение. Вот. Мы, в принципе, вместе с вами все пробили. Единственное, вот у нас ежедневные задания. Все навыки с последних двух обновлений. Да, 1.3.3, 1.3.4. Собственно, все навыки улучшаются либо за книги, новые хрен найдете, они крайне редкие, либо вот, собственно, за гемы, как вы видите. Гемы находятся за... Их можно получить с ежедневных заданий, по 25 штук, если все задания выполнить. И, собственно, за прохождение данжей в первый раз. То есть вы прошли, например, 20 этаж, в моем случае. 20 этаж я пройду в первый раз, а в конце в сундуке меня будет ждать, ну, собственно, гемы. Их количество будет расти с каждым новым этажом, и оно будет увеличиваться. Ну, соответственно, сложность прохождения данжи тоже будет увеличиваться. А давайте посмотрим, что у нас в целом за задание. У нас, собственно, вот это непонятно, что из себя представляет. Скорее всего, нужно прокачать снаряжение. Использовать 3 предмета в бою. Убить каких-то деревьев. Что Вар убил? Вот я не знаю, это спастись от какой-то... От чего-то спастись, но я так и не понимаю, что это за слово. Вот.
Ну, в принципе, убить варом это очень просто. Убить 5 деревьев тоже просто. 3 использовать предмета в бою и, собственно, прокачать один предмет. Ну, давайте прокачаем. Заходим в апгрейд. Кстати говоря, я вам прикреплю в закрепленном, ну, то есть в самом начале видео, все возможные способы, если не забуду, все возможные способы прокачки, ну, собственно, через сферы арбы и так далее. Для того, чтобы вы знали, чтобы вы могли прокачать, ну, собственно, свою экипировку. Вот, например, у меня экипировка, сейчас я вам покажу. Вот на прокачан, например, на 2 сферы, на красные. Чтобы вы знали, что это дает и на кого это ставить. Например, также есть еще и синие сферы, также есть и оранжевые сферы. Вот, чтобы вы знали и, собственно, в разнобой, что они тоже дают, чтобы вы тоже знали. Давайте загрейдим себе экипировку. Ну, скорее всего, будем грейдить оружие Роги, для того, чтобы он посильнее просто бил. У нас вот тут присутствует некоторое количество оружия. Давайте его загрейдим ему. Он 25 тысяч потребует. Давайте его кинем. А максимальный уровень фиолетовой вещи 25 для перевода на следующий уровень его. Поэтому мы можем смело качать. А синие слитки падают, собственно, с торговца. По 5000 они стоят, то есть это копейки в общем и целом. А вот фиолетовые слитки можно получить с расщепления фиолетовых предметов, но вы их получите за рандом, за пассивные квесты, поэтому там я не думаю, что особо у вас проблемы с этим будет. Ну, собственно, немножко прокачали пару уровней в Роге. ДПС должен подняться. Может, не сильно, но все-таки. Ну, это нам не засчитали почему-то. Это, ну, не суть. Как вариант, можно убить сейчас деревьев. Использую 3 предмета в бою. И убить варом. Давайте убьем деревьев. И деревья в основном у нас в лесу обитают. В одном из лесов. Поэтому наша задача... Удобно сделали разработчики то, что можно остановиться, и то, что передвижение теперь можно за рекламу. Если у вас нет денег, а вам нужно передвигаться, за рекламу можно передвинуться. У нас напала мухоловка, но она уже проиграла, она этого еще не знает, видимо. Рога ее убрал. По уровням, собственно, у меня у персонажей 45-й, 45-й, 47-й, 46-й уровень, 45-й у паладина. Давайте, вот, вот, собственно, 2 дерева, точнее, 1 дерево здесь, давайте дерево убьем. А тут сделано таким образом, что вы можете убить рогу, ну, то есть убить нужного квестового НПС и сбежать с поля боя, вам его засчитают. Что на самом деле очень удобно сделано. Мы убили мага, потому что он будет бить сплэшом. Лечить сплэшом неохота. Поэтому мага в первую очередь убиваем. Посмотрим, сколько у них хп. В теории паладин может забрать их. Да, у него 2000 урон. То есть минус 2 он забрал. В идеале забить танком. А нам нужно, кстати, еще несколько расходников использовать. Давайте их ими воспользуемся. Какими-нибудь расходниками. Рандомными. Ну вот, например, вот этот расходник. Ну, проще, конечно, свитки использовать. Чтобы нам засчитали за ежедневные задания. Ну, это дамаг. Ну, вот, например, сохранение и снятие. Кинули блесс на всех. И еще сейчас один расходник заюзаем.
должен быть танк, только танк, потому чтобы он убил. И нам засчитали ежедневные задания. Потому что убить-то мы его убьем. Но должен бить именно танк. Собственно, нам, как видите, он кровотечение настакивает. Кастуем расходник какой-нибудь. Сейчас еще один. Последний, третий. Усиливает урон на следующей атаке. Снимает сеть. Давайте, собственно, какую-нибудь. А, например, как раз танку и отдадим. Видите, танку у нас не получается отдать почему-то. Что удивительно, насколько она его усиливает. На 55%. Офигеть, вот это баф. Жалко, нельзя руги отдать ему было. Просто 55% это очень много. У Рогина, например, ДПС около 10 тысяч. И 50% это, грубо говоря, он наносил бы 15 тысяч урона. То есть это огромный ДПС. Чтобы вы понимали, у мобов, у большинства, ну, по крайней мере, на основной карте, не больше 10 тысяч ДПС. Точнее, не ДПС, а не больше 10 тысяч ХП. А вот в данже мобы уже жирные. Есть моб, конечно, у нас тут. Он имеет 50 тысяч хп, рыба в мавзолее обитает. Вся из скелетов, у нее очень много резистов там, к яду, к крови. То есть тикающим уроном ее, по сути говоря, не забить. Но опять же, я нашел огонь. Вот я вам не показал его. Собственно, при атаке наносит урон огнем. То есть мы ее в любом случае забьем, настакаем ей огонь, и она просто стечет. Как видите, у танка очень мало урона, из-за этого приходится изобретать велосипеды, по несколько ходов пропускать для того, чтобы танк убил эту несчастную личинку летающую. Просто убить-то мы его можем, но нам это не нужно делать, поэтому мы просто пропускаем ходы, ждем, чтобы танк убил. Чтобы именно танк убил. Ну, собственно, танк с горем пополам убил, а мы засчитали его убийство. Там нужно, там прописалось убийство варом именно. Мы, собственно, убили варом, нам засчитали использование трех расходников и использование убийства варом. Нам нужно убить еще 4 деревьев. Ну и, собственно, остальное я пока... Вот, собственно, одно дерево. Давайте ваншотнем это дерево и выйдем с боя. Сейчас я вам покажу, как это засчитывается. Рога у нас в любом случае уходит первым, поэтому мы убрали дерево, собственно, мы сбегаем с поля боя. Хотя мы уже большинство... Ну, тут, видите, тут три этих... Летучие крыски, так называемые. Обратите внимание, у нас количество стало 2. Это говорит о том, что этот способ работает. Тут, правда, 2 мага, и тут достаточно жестокий бой будет. Ваншотаем мага. Урон с плышом не забрал всех, но нам придется сейчас всех забирать. Забираем мага, чтобы он не смог походить.
Паладин кастует ауру. Хотя паладин мог добить всех. Что-то я тупанул. Давайте посмотрим, сколько хп. Ну да, паладин мог добить всех. Я что-то тупанул. Разогнать мы паладина уже не сможем. Делаем массагр тогда. Чтобы они все били танка. Сделано через одно место. Потому что тикающий урон, яд, например, он почему-то ходит после того, как походит враг. Это сделано на самом деле очень мерзко, потому что из-за этого приходится лишний урон получать. У нас, собственно, еще одного нужно убить. Еще одно дерево. Ну вот это дерево. Давайте его заберем и выйдем из боя. Давайте посмотрим, сколько у остальных хп. Ну, они, в принципе, могут погибнуть даже от этого. Ну да. Паладин, по идее, их не добьет, но мы можем помочь рогой. Очень сильный кровоток, как вы видите, тут еще плюс огонь. Ну, сейчас молоточком паладин еще пройдется. 2000, то есть они, ну, не было шансов. Они тем более инициативу нам проиграли. Собственно, забираем деревянных монстров. 5 гемов у нас пришло. А также не забываем забирать в 500 голды награду. Она раз в 24 часа реального времени кулдаунится. Давайте также пробежим один этаж. Ключи респаунятся раз в час реального времени. Всего 20 ключей. Собственно, давайте пробежим этаж. Задача на текущем этаже включить, собственно, костер. И после того, как вы включите костер, ваша задача будет открыть сундук. Именно в такой последовательности. Тут два воскрешающих тролля. Один отражатель. Ну, тут надо в первую очередь шлепать, скорее всего, отражателя. Потом троллей пытаться забрать. Давайте посмотрим, кровь работает или нет. Собственно, мы заберем все... А, кровь мы не посмотрим, да? Да, давайте кровь потом посмотрим, значит. Заберем этого и оставим... Останется у нас один гоблиненок. Сагрим его на себя. Ну и, собственно, все. После боя мы не восстанавливаемся в данже, поэтому очень важно не получить очень много урона. Если вы получите очень много урона, вы скорее всего... Вот, собственно, костер, отлично. У нас тут один моб. Тут у нас жук под номером 4, который у нас кидает сеть. Тут достаточно жирные ребята, но мы будем вырубать гремлина. Он самый жирный здесь. Собственно, вырубили мелкого. Остался жук и, собственно, воскрешатель. Убираем жука. Нам дали мусорную склянку. Это склянка первого уровня, она бесполезная. Единственное, она может снять 50% яда вашего. А так она в остальных случаях бесполезна. Хилим. И добираем. А, собственно, склянку забираем по понятным причинам, как и свиток. Включаем костер. А вообще костры я не рекомендую пробивать, потому что там очень жестокие бои. Причем бои однообразные, там просто у мобов увеличивается хп. Причем пропорционально. Она причем очень-очень сильно увеличивается. Посмотрим, сколько хп. Гоблин 6000. Ну, тут, скорее всего, бой очень долгий будет из-за гоблинов.
поэтому давайте уберем мутанта отсюда. Также воскрешателя в идеале убрать, чтобы он тут никого не воскрешал. Переагрим на себя гоблина. Видите, да, то есть яд походил после того, как он походил. На самом деле это очень мерзко сделано, потому что, по идее, я должен ходить раньше. Потому что ход наступает, ходит яд, а только потом уже ходит, собственно, сам моб. Потому что, ну, это элементарно нечестно. Тут греблин, скорее всего, 5000-ный гоблин. Да, 5006. Ну, тут достаточно жирные ребята пошли. Убрали задника. Опять же, видите, греблин походил, но его яд только ударил потом. Через одно место это сделано все. Мне вот и поэтому оно не особо нравится. Забрали одного. Забираем второго, даем, дали ему сало и дали ему очень большой урон от роги. Нашли сундук сейчас. Собственно, сундук очень сильно дефует. Причем сильно это мягко сказано. Давайте посмотрим хп. 5, 6, 3, 7. Собственно, давайте срежем сначала мага. Мага срезали, нам дали зеленое копье, но оно для нас бесполезное. А, собственно, тут никто, ну вот кроме жука, жук, ну на первом ходу жук не кастует. Поэтому нам нужно убирать вот это номер 8. И в идеале также убрать тролля. Тролль очень больно может бить. Он с крита, он как впихнет, так вы охренеете в атаке. Нам не хватит, скорее всего, силы их убить, поэтому даем гард. Паладина блокирует. Сейчас будем ловить урон от тролля. Да, удар 3000. Мне ваншотнули рогу. Нет, он выжил. Вот это да. Давайте выпьем зелье. На лечение. Для того, чтобы... Ну, тролль, по понятным, он предсказуемый. На него агр действует, как и на всех. Но из-за того, что он очень мерзкий... любит очень сильно выпендриваться. У Роги очень мало хп, но очень сильно ДПС. Мы, собственно, открыли сундук, получили 30 гемов и остальной мусор, который бесполезный. Ну, кроме, собственно, баночки на 5 рефлексов, на 5 боев. Полезная банка, в общем и целом. Ну, тут надо просто выходить и сквозь эти два боя. Очень много троллей. Это прям капец как. Давайте посмотрим, сколько у нас. Ну, по идее, надо воскрешателя тушить. Тушим воскрешателя. Тут на нас будет кастовать слип. И я, скорее всего, вот это вот чудо под номером 4. Даем гард. Ну, то есть, стандартная защита. Нет, она первый ход бафается на криты. Нам дали слип на 75 ходов. Охренеть! Ай, блин! На 75 ходов слип. Ну, это просто трындец. И самое интересное, что нас не защитило от этого слипа ничего.
Вырезаем этого слеповика. Криты мы тоже срезали. Добираем этого тролля. Не, ну от сосна я не знаю, чем вам поможет. Потому что ну, 75 ходов сна это прям до хрена, откровенно. Скорее всего, он проснется, когда его с ним повзаимодействуют. Но опять же, вот этот под номером 5, который сейчас присутствует. Точнее, уже не 5, уже номер 8. Вот. Отражатель. Точнее, у него контратака стоит. Или ему ее сняли. А ему сняли на контратаку. Ну, факт в том, что мы не будем проверять, как он ходит. Поэтому он первый и падает. Я с ним встречался уже пару раз. Его контратака, скажем так, не очень комфортно с ней драться. Как вы помните, на яд надеяться не стоит, поэтому просто будем атаковать лицо. Из-за того, что разработчики срезали действие яда, он теперь ходит, оказывается, что после того, как походит сам соперник, из-за этого очень откровенно по-пидорски сделано. Тут даже дело не сколько в яде, а в том, что он получается бесполезен. То есть соперник тебя успеет раздамажить, но ты ему, по сути, ни хрена не успеешь сделать при этом. Очень большой урон. Я вообще удивлен, что он его стал атаковать. Дадим гард для того, чтобы наш танк подольше жил. Ну, как говорится, рога решает вопросы, поэтому тут в этом вопросе нет проблем. А, собственно, костер. А, про личинку я уже говорил. Личинку не надо дать превратиться, иначе вы проиграете автоматически. А нам нужно срезать... Ой, 21 тысяча. Охренеть можно, а? Ну вот как это бить, а? Вот как бить 21 тысячу хп? Ну это ж просто трындец какой-то. Бафаемся на защиту. Я не знаю, что делать здесь. Не, ну 21 тысяча хп, ну это же просто пипец. Еще с ним рядом тело, которое 17 тысяч хп. Это просто какой-то трындец. Ладно, будем думать. Так, я думаю, номер 7 надо срезать. 7 тысяч, которые. Яд мы разбросали, собственно, пускай они от яда потихонечку текут. Забьем эту. Гард, собственно, еще висит или не висит? Гард уже упал. Давайте заново на танка гард пробросим. Также дождь. Она эвальцирует уже второй ход. Личинка. Даем массагр. Чтобы все били танка. Ну, имеется в виду тролль. Тролль может ваншотнуть танка. Даже под гардом. У меня было такое неоднократно. Это на самом деле очень жестоко было в плане того. Наша задача убить вот эту вот личинку.
Причем чем быстрее мы ее убьем, тем лучше, потому что если она эволюционирует, мы уже опоздали. Навесь я на ней кровоток, но она все равно умудрилась эволюционировать. И, как вы видели, кровь прошла вперед, я прошел после, собственно, хода противника. Соответственно, эффективнее бить кровотоком. Сагрили танка. Он бьет, это 12 тысяч удар. Танк его выдерживает. Начинаем подрезать крылышки. В идеале его застанет, но мы, скорее всего, не сможем это сделать. У него слишком много хп. Попробуем он накидать дебафов. Да, мы кровь на него кинули. Сейчас смотрим еще раз кровь. Можно дать ему слабость. 6000 хп вы видели, пролетело. Но он, видите, ударил не того. Хотя гард висит на этом. На танке. Вот как это работает, а? Вот почему он ударил не того? То есть, видите, у него на нем висит агр, но он почему-то ударил другого. Такое чувство, что слабость его переагрила каким-то образом. Не понимаю, каким образом. Но тут нужно, опять же, воскрешателя в первую очередь тушить. И очень опасную личинку. Если личинка восстановится, то будет очень плохо. Жужу надо тоже убирать, она ядом бьет. Но это просто кровоток, яд, что там у нас кинется. Вот кровоток, огонь, яд, собственно, вот на него пробросилось. Видите, урон ядом, он тикает после. То есть кровь, огонь тикает впереди, а все остальное тикает как-то позади. Ну, не знаю, сделано через одно место. А огонь, кстати, постоянно тикает, и он цифру уменьшает. То есть, видите, да, у нас... Вот видите, уже два огня. То есть огонь тикает постоянно, и чем больше так огня, тем комфортнее. Что вы понимали о толщину этой жирной личинки, а мы не увидим ее. Там 1017 примерно у них хп. Мы в прошлом бою ее смотрели. Она не страшная, но она, если эволюционирует, она превратится в очень страшное чудо, которую мы, скорее всего, не сможем пробить. Но тут надо, в первую очередь, мага тушить, потому что маг... Во-первых, ходит третий. Во-вторых, сон кидает на 75 ходов. Это прямо откровенно давайте до свидания просто. Накидали кровь. Блок. Скорее, сейчас будет ваншот. Я больше чем уверен, потому что мы не смогли сагрить этого тролля, так называемого заднего. Ну, хотя у него 5000, можно было и его тоже ударить. Ну, давайте будем ловить урон. Нам повезло, он миссанул. Мы не сагрили просто. Видите, да, то есть сначала идет кровь, потом идет эволюция, потом идет яд. Соответственно, враг походил, и только потом уже проходил яд. Ну, яд бесполезен становится, поэтому более эффективен, конечно же. Кровоток, огонь, любой другой тип урона, кроме яда. Даем массагр для того, чтобы он бил танка. Ну и сало на него не работает, поэтому просто ударяем.
удар, 2000, вы сами понимаете, это копейки. Для танка, который держит удар, для него 2000 это не удар, это название. Самое смешное, что тут даже тоньше почему-то оказался, а там 10-тысячный тролль, это вообще такой, давайте до свидания, блин. Вот, собственно, сундук, и его защитники, скорее всего, сейчас будут просто борзеть. Давайте посмотрим, что у нас по защите здесь. Ну да, борзы 7000, это прям откровенно много. Тут в идеале сбить жука. Тут вообще самый опасный номер 5, потому что он начнет кастовать массовый огонь. Это будет очень плохо, но не в первый ход. Поэтому в первый ход мы просто срезаем номер 2. На второй ход можно, в принципе, кастануть Bless для того, чтобы... Если мы все-таки не доживем, чтобы он, мы смогли пережить его огонь. Тут просто кастуем на него дебафы. Попаня зная то, что в любом случае дебафы на него не повесится. Танк дает блок. Паладин ауру. Как вы видите, две сбрили уже. Смотрим, что мы можем ваншотнуть. Мы, в принципе, можем ваншотнуть, убить всех. Убиваем всех. Остался один жук. Жука добиваем руками. Еще один бой. Давайте посмотрим. Но опять же, тут номер 5 очень мерзкий в плане того, что он на себя зеркало кидает. И не факт, что вы пробьете это зеркало. Номер 3 на первом ходу безобиден. Поэтому мы ваншотаем номер 8. И надеемся то, что это тело под номером 5 догорит просто тупо. Он скастовал на себя зеркало, теперь мы по нему просто не попадем. Давайте убьем эту летающее чудо. Мы скастовали на него огонь, кровь, то есть там вообще полный набор. Он, скорее всего, погибнет от этого. Даем массовый урон. Зеркало защитило его от массового урона. Но агр прошел. Зеркало упало. Непонятно, правда, почему. Но факт в том, что зеркало упало. А, сплэша, скорее всего, роги. Зеркало упало. Рога, когда убивает цель, идет сплэш, урон. Собственно, мы получили арбу. И получили гем. 32. Обратите внимание, она растет по плюс 2 за этот. Ну, собственно, не так быстро, но все-таки. Вот у меня 21 этаж и 32 гема. Забираем последнего моба. А тут, конечно же, воскрешающий тролль будет самый мерзкий. Но мы будем ваншотать вот этого гноля для того, чтобы он просто и больше не отсвечивал здесь. Он, правда, сейчас его воскресит. Поэтому воскрешателя нужно было нам в первую очередь тушить. Воскрешатель под номером 4 в данный момент находится у нас. Чем мерзкий воскрешатель? Он воскрешает тело. И это тело сразу же атакует. Собственно, мы убили их всех. А, нет, кроме одного, смотрите-ка. Гномик выжил.
Я еще ответку впихнул. Гнида. Что мы убили его. 200 монет получили. Пустой. Собственно, 22 этаж. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, здесь тоже моб. Здесь, кстати, сразу там костер нам идет. Это хорошо. Можно на костре и закончить будет. Давайте посмотрим. ХП. 5, 1,5. Давайте срезаем тогда мутанта. Хотя лучше, наверное, Рахнида срежем, чтобы он свою сетку не кидал. Срезали, собственно, Рахнида. Сетка Рахнида не дает возможности кастовать. Бить вам не даст, а то есть пока сетка не упадет. Включили костер, тем самым мы можем забрать уже сундук. И вот, собственно, сундук. Как вы видите, у нас 33 даже гема получилось. То есть не 34, как я думал, а 33. Чуть меньше. Давайте с ним бой проведем. Ну, тут, конечно, самый мерзкий отражатель. Особенно, если он будет каким-нибудь гардом еще дополнительно, то это вообще будет просто эпик фейл. Поэтому отражатель падает первым в любом случае. Бьем Жужу в надежде на то, что он хоть как-нибудь ей накидает дебафов, но он не накидал ни одного ей дебафа. Даем агр и пробуем добить. 2000 вряд ли добьем, но все-таки. Да, смогли добить. Урона хватило. Надо ваншотать тролля как можно быстрее. Если не ваншотнем тролля, скорее всего, проиграем. Точнее, либо кого-то потеряем. Он, скорее всего, сгорит. Удар по танку мисс. И паладин забирает. Тут 1500 нету, паладин 2000 бьет. Он обоих заберет. Нам дали банку на рефлексию. На самом деле полезные банки. Но единственная проблема, непонятно где их фармить. В большом объеме. Нужно ваншотнуть самого жирного. Это, скорее всего, гоблин. Под номером 2, потому что он еще и вторым ходит, зараза. Бьем этого зеркального нашего товарища. Ну, скорее всего, кровь его добьет. Да. Как видите, кровь ходит раньше, чем яд. Тем самым, благодаря крови можно убивать большинство ваших врагов. Но благодаря яду у вас это сделать не получится. Даем мут. Так называемое сало, но она сняла сало. Добираем. Он ударил все равно танка. Это было его ошибкой. Ему не нужно было бить танка. Собственно, бежим дальше. Видим следующий бой. А тут достаточно жестокий бой. В плане того, что тут очень много серьезных противников, которые нас могут просто ваншотнуть. Давайте посмотрим их общее ХП.
6, 7, 7, 18. Ну, тут в идеале, конечно же, ваншотнуть вот этого. Его убрали. Накидали на них яд. Ну, клерика он 100% не пробьет. Он может даже не пытаться. А почему он не пробьет его? Потому что на клерике стоит тарбан на 90% поглощения урона. Поэтому как бы он ни пытался его убить, клерика он не сможет убить. Кинули на него яд кровоток, и ему хватит. Даем гар для того, чтобы по возможности не попытаться не сдохнуть. Также блок этому танку для того, чтобы он защищал цели. Собственно, как вы видите, цель тикает, и она, скорее всего, дотикает. Нас забрали, и, скорее всего, тролль сейчас будет ходить. Нет, тролль не ходит, отлично. Мы еще пока держимся. Восстановили ману, ходит тролль. Ударил нашего рогу. Давайте его подлечим немножко. Резист, потому что сало не вешается на этот. У него иммунитет, как вы видите, на сало. Так и на сеть иммунитет. Бьем руками. Собственно, я упал. Бьем следующего. И бой закончен. Мы на 23 этаже. Собственно, на этом, наверное, и закончим вместе с вами. У нас можно прокачать уровень. Давайте не уровень, а экипировку. Давайте немножко прокачаем ее. Она качается в основном вне данжа, потому что в данже вы ее не сможете прокачать в большинстве случаев. Ее очень много, и из-за этого очень долго приходится прожимать все. Плюс еще тут нужно ожидать, пока его величество прокачается. Прокачали экипировку. Значок со звездочкой, как вы видите, это означает то, что оружие переведено на следующий уровень эволюции. Тем самым у него больше. Чтобы эволюционировать, вам нужны, соответственно, соответствующие сферы. Вот они вот таким вот образом выглядят. Выбиваются в основном либо с квестовых заданий, либо, ну, просто с рандомного боя. Там как повезет. Как видите, нам обновили эту. На самом деле непонятно, как она работает. Мы вроде, как вы помните, начали, меньше часа прошло, и мы все скупили, а они нам еще раз обновили, и нам приходится сейчас опять все скупать заново. То есть видите, как тут через одно место все работает. Нам подсказывают, что у нас присутствует сфера. Давайте ее уберем для того, чтобы она нам не отсвечивала. И расщепим весь остальной лишний мусор, который у нас также присутствует. Очень много лишнего мусора. Почему мусора? Потому что он... Вот эти вот серые слитки, они самые бесполезные по своей сути. Но они вам, скорее всего, не пригодятся, и они очень мало опыта устанавливают. Вот, как-то так. Я тогда по возможности вам прикреплю ссылки на то, какие, собственно, ну, собственно, арбы крепятся на каждый, и что каждая арба дает. Ну, имею в виду сочетание арбы. Кроме, наверное, единичек. Хотя единички, наверное, тоже вам стоит сделать, чтобы вы имели представление. Да, единички, наверное, тоже можно сделать. Значит, я еще такие единички вам приделаю, что
чтобы у вас был полный набор, чтобы вы знали, как вообще, что в самом начале они будут прикреплены ролика. Вот. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.